Вітаю в ефірі студія «Репортер». Для вас працюватиму я, Костянтин Гречаний. Сьогодні у нас в гостях народний депутат України Наталія Королевська. Вітаю вас, пані Наталія. Вітаю вас. Буде декілька тем у нас сьогодні. Давайте почнемо з вашого, власне, візиту до Одеси. Ви от щойно до нас прийшли з Ради багатодітних матерів. Розкажіть, що було на порядку денному, до яких висновків ви дійшли? Які взагалі новини? Да? Спасибо большое. Сегодня прошел такой совет женщин-лидеров Одессины, женщин национальной платформы «Женщины за мир», Совета матерей Украины, так как Совет матерей Украины возглавляет непосредственно одесситка Алена Николаенко, многодетная мама. Поэтому ну, в Одессе у нас всегда тема демографического кризиса, поддержки детства, материнства является одной из самых главенствующих тем. Ну и, конечно, мы всегда очень благодарны Одесской юридической академии, лично Сергею Васильевичу Кивалову за то, что женщины уже на протяжении многих лет проводят свои заседания в Одесской юридической академии. Мы себя там чувствуем уверенно, безопасно и в очень дружественной, конструктивной, профессиональной атмосфере, что также сегодня очень-очень важно. Были подняты целый ряд вопросов. И, конечно, первый вопрос, который беспокоит сегодня каждого гражданина в нашей стране, это что происходит в медицине, как будет продолжаться эпидемия, какую защиту получат люди. Мы все услышали недавно такое уникальное заявление президента о том, что всем вакцинированным дадут ваучер на 1000 гривен. Такой, знаете, женщины это назвали ваучер на разваги, на там, приключения. То есть кому там не хватает сегодня денег, сказать, в кинотеатр сходить, в театр, в спортзал, тому дадут такое право. Ну, мы считаем это абсолютно неадекватное предложение, не соответствующее времени, поэтому мы требуем, чтобы, да, по мировой практике, которая сложилась, например, и в Америке, и в Грузии, и в ряде других европейских стран, было финансовое стимулирование для вакцинации. Но это было за каждую дозу по 1000 гривен. Человек сам решал, куда ему тратить эти деньги. То есть, за каждую дозу? Ну, конечно. Ну, а что такое 2000 гривен? Ну, да, если человек сделал 2 дозы, 2000, кто-то уже 3 скоро будет делать, 3000. Тут у меня тоді дуже велике уточнююче таке питання. Важливе. Зараз президент сказав, що 3 мільярди з цього бюджету, 3 мільярди з наступного бюджету. Цих грошей навіть для тих, хто вже зараз вакцинувався, навіть близько не вистачає. Звісно, що люди буде ще більше людей буде вакциновано. Де взяти гроші? Ні, там все гораздо хитріше, я вам скажу сразу же, тому що вони чому і виділяють тільки 3 мільярда гривень, і тих 3 мільярдів нет в бюджеті. Угу. Це, знаєте, такі віртуальні 3 мільярда, які еще надо занять, потратить, положить. То есть то, как они предлагают использовать эти деньги, они понимают, что 90% вакцинированных людей ими воспользоваться не смогут. Да? И поэтому это такая вот очередная брехня, простите за выражение, которую власть пытается сегодня продать людям. Поэтому мы им говорим, нет, это не прокатит. Вы сами начали эту тему, вы сами предложили эту 1000 гривен. Да? Тогда дайте людям 1000 гривен не виртуальную дию, да, а на счет каждому человеку, и он сам по своему усмотрению будет ее тратить. Где взять деньги? Вы знаете, сказку о том, что денег нет, но вы держитесь, мы слышим уже все 7 лет. То есть, и каждый раз мы знаем, что денег нет, и поэтому у нас пенсии 7 лет не индексируются, а то, что там индексируется на 20-50 гривен, и вот сейчас 1 декабря очередные там 20 гривен добавят пенсионерам. Ну, это чистый грабеж пенсионеров. То есть, но при этом деньги у них есть там, на их дороги, там, на их там, велике будивництво, там, на очередную стену. Вот они сегодня там, 170 с чем-то миллионов выделили строить там, стену. То Яценюк за 1 миллиард гривен строил стены, теперь эти будут строить стены. Ну, везде, где можно украсть, на то деньги есть.
на то, где отдать людям, тут же у них деньги заканчиваются. Поэтому наше требование очень простое. Да, сократить все эти административные затраты, сократить все вот эти малоэффективные затраты, все затраты, в которых есть большая коррупционная составляющая, и эти деньги сегодня направить на индексацию пенсий, на выплату вот этих ковидных денег и на медиков. То есть это тот сегодня необходимый минимум, который надо обеспечить людям. Следующее. Я на прошлой неделе была в Харьковской области, как раз женщины Харьковской области обратились тогда с инициативой, их поддержали и одесситки, приехали также. И мы в прошлый четверг подали обращение в окружной административный суд города Киева, это женщины Украины против правительства Украины, с требованием отменить преступное, антизаконное, антиконституционное постановление правительства о принудительной вакцинации. Когда человека отстраняют от работы, не платят заработную плату, и они там вот 6 декабря, по-моему, еще расширили круг людей, которые также попадают под эту обязательную принудительную вакцинацию. Это нарушает законы Украины, трудовое законодательство Украины. И поэтому никакими благими намерениями, там, мы за здоровье людей, поэтому лишим их зарплаты и работы, не может быть оправдания нарушения Конституции Украины. Ну, я, например, вакцинирована. У меня семья все вакцинирована, сотрудники все вакцинированы, друзья все мои вакцинированы. Но меня не надо тренировать, угрожать и многих семей и людей лишать сегодня единственного источника дохода их законной зарплаты только из-за того, что кто-то в свое время не подготовился к эпидемии, кто-то потерял время из-за того, что они сейчас парализовали систему медицинскую со своими реформами Супрун и продолжениями этой реформы. Поэтому сейчас не надо делать виноватыми людей. Поэтому вот мы по инициативе женщин обратились в суд с тем, чтобы отменить это позорное постановление. А женщины-одесчины сегодня также обратились к президенту, к правительству, к парламенту. Мы это уже обращение подготовим по результатам встречи сегодня. И на следующей неделе передадим. Они что у нас, власть новая, знаете, извращение, эксперимент новый придумали. Есть такая человеколюбительница, госпожа Третьякова, наверное, слышали о ней. Она много там всяких каких-то нечеловеческих заявлений делала в своей жизни. Ну, це тільки те, що ми знаємо з чату «Слуг народу». Да, а да. Є, а напевно, так як ще... я з нею працюю в одному комітеті в парламенті, вона його возглавляє, то ну, как бы у мене сложилося некое как это, впечатление более широкомасштабное. Так вот, они дошли до той ручки уже, когда, знаете, назад пути нет. Они на прошлой неделе на заседании комитета поддержали проект закона о введении второго уровня накопительной пенсионной системы. Звучит якобы красиво, да, мы все, была накопительная пенсионка, чтобы вы там, оплачивая налоги, уходя на пенсию, получали дополнительную оплату, все звучит красиво. Ну, к вопросу, где зарыта собака в этой истории, потому что там здесь Третьякова не может не быть странного, да. Так вот, они такое решение приняли, что пенсионную систему передать в управление частным компаниям, в том числе можно иностранным. То есть вот наш там пенсионный фонд, там несколько, ну там более 200 миллиардов гривен, в котором это налоги всех плательщиков единого социального взноса в нашей стране, и пенсионный фонд, который обслуживает сегодня 10,5 миллионов пенсионеров, и каждый год там по миллиону пенсионеров добавляется, они решили ну, просто таким образом уничтожить и ограбить, да. Потому что они говорят, государство не будет ни за что отвечать. Вот мы все эти деньги отдадим частным инвесторам в управление, они там будут управлять. І будуть щось платити. Да? Я не зовсім розумію мотивацію. Якщо ми кажемо про якісь там державні підприємства, там, наприклад, там Укрзалізницю ту ж, ну є принаймні якась логіка, да, іншого іноземного керівника поставити там, можливо, якісь там рішення нові, там новаторські будуть, чи якісь там досвід європейських. Ми бачили всіх поляків, ну, там вже приїжджали. Тепер їх більше судять за корупцію. Я з вами повністю згоден, але ну тут є принаймні якась
логіка рішення. Тут же просто адміністрування податків. Тобто, ну, чому держава не може адмініструвати податки? Тут краще, все краще. Тобто, вони більш креативно підійшли до цього питання. Вони кажуть, що вони будуть ці кошти пенсіонерів, да? Ну, майбутніх пенсіонерів, які будуть сьогодні, як ви і я, і всі інші, сплачуємо податки до пенсійного фонду, щоб потім отримати свою пенсію. Вони ці кошти будуть розміщувати в різні інвестиційні програми. Ага, тобто вони, ці якісь частні та іноземні інвестори, яким буде переданий наш пенсійний фонд в управління, да, всі гроші наші, да, вони кудись їх будуть розміщувати, да, ну ми ж зрозуміло, що потім ніхто цих грошей ніколи не знайде, да, а потім за це ніхто не буде нести відповідальності. На що ми їм відповідаємо? Ну, раз ви вже дійшли до отої от грані, да, то щоб вже у бабульки, яка сьогодні хоча б ті 2000 гривень получає, да, ви вже і на ній зазахнулись, так ви хоча б дайте тоді государственную гарантію, ну, як це в цивілізованих странах, да, якщо правительство, а сьогодні правительство відповідає за гроші пенсійного фонду, да, віддало їх комусь в управління, але правительство, государственная гарантія, відповідає за те, що там індексація, виплата і все буде государством гарантовано. Це в нашій Конституції написано. А ті кажуть, ні, ну а як ми можемо відповідати? Це ж якісь частні інвестори будуть, ми відповідати не будемо. Ну, от ви знаєте, є якісь красні лінії, переходя які, ми розуміємо, що це вже от, точка невозврату. Вони розуміють, що їх більше ніколи в житті не зберуть в парламент, не зберуть в правительство. Що потрібно от все, що можна украсть сьогодні, уничтожити, розрушити і забрати, це потрібно зробити сьогодні. Ви знаєте, у нас були різні власті в країні, да? І ніколи не скажемо так, що пенсіонери жили дуже добре. Да? Тобто, завжди були складності, і трудні часи були. Але ще ні одна, сама злочинна влада в Україні не пішла на те, щоб, знаєте, взяти пенсіонний фонд, просто от весь, що є, да? І просто його украсть. Ну, тобто, от це казалось, ну, невозможним. Так вот, госпожа Третьякова вместе там со своей компанией «Слух народа» все-таки решилась, что время уходит, нужно его не терять зря, а уже по-быстрому протолкнуть это решение. И поэтому сегодня именно женщины, лидеры Одессы, это и депутаты областных советов, это и руководители предприятий, и руководители общественных организаций обратились ко всем женщинам Украины с инициативой, ну, чтобы ни в коем случае этого не допустить. Если парламент на следующей неделе такую инициативу поддержит в первом чтении, то мы готовы к более решительным действиям в рамках Конституции Украины, но стать на защиту наших пенсионеров. Наше требование – это честно индексировать пенсию нашим пенсионерам. И второе – это ни в коем случае не допустить грабежа и уничтожения вообще всей пенсионной защиты сегодня в Украине. Не можу з вами не поговорити про тарифи, зокрема газопостачання, зважаючи, що ми от якраз входимо в зимовий період, вже в опалювальний сезон увійшли. Ніби підписаний був меморандум між місцевими владами та урядом, що не буде підвищення до кінця 2022 року. І от буквально там за тиждень з'являється інформація, вони же розділили тариф, і, напевно, всі наші глядачі знають так, що газопостачання, власне, за газ окремо, а транспортування окремо. І що от для Одеси постачальник в 5 разів хоче транспортування підвищити при цьому. І, власне, компенсувати, якщо виконувати меморандум, то потрібно компенсувати з місцевого бюджету. В місцевому бюджеті таких коштів, зрозуміло, що вони є, ну їх потрібно буде з деяких важливих інших статей видатків забрати. Ну, ситуація дуже складна. Нібито Кирило Тимошенко, заступник голови Офісу Президента, під час візиту в Одесу сказав, що НКРЕ не підтвердить цей тариф. Але, ну, знаєте, так, на слово вірити чиновнику, добре, підтвердить не в 5 разів, в 3 рази. От чи не ви вбачаєте в цьому такий маніпулятивний механізм, за рахунок якого буде рости, де-факто будуть рости тарифи для населення? Ну, во-первых, да, на протяжении вот начала отопительного сезона, уже ход отопительного сезона, вот власть, как этим фиговым листочком, все свои недоразумения прикрывает этим меморандумом. Да. Изначально было понятно, что это абсолютно нерабочая история.
Потому что если вы хотите тарифы дать людям доступные, вы возьмите, примите эти тарифы, четко дайте всем прямые контракты и не морочьте никому голову. Да? А вы начали местным властям давать эти указания, при этом обещать местным властям какую-то финансовую поддержку, но она будет когда-то, эта поддержка, да? А нужно платить сегодня, долги не реструктуризировали, ничего не сделали, разделили эти платежки, да? Сделали 5 видов тарифов, плюс мы же понимаем, там ездишь и за придомовую территорию, там и за воду, и за свет, и за газ, и еще ряд составляющих, которые также выросли, да, потому что у нас сегодня коммунальные предприятия тоже получают газ по более высоким ценам. Также у нас сегодня коммунальная сфера вынуждена выбирать. Каждый мэр сидит и думает, ну, слава богу, в Одессе более-менее хороший бюджет, да, а Одесская область, да, где мэры сидят и думают, включать садик или школу, или больницу, или, может, еще в школе один день поработать, или садик там чуть теплее сделать. Ну, все сейчас находятся вот на этом игле, да, нерешенного вопроса с тарифообразованием в стране. Мы им не раз говорили, ясно и понятно, еще и в прошлом году. Слушайте, подписывайте прямые контракты, не морочите голову, покупайте напрямую газ, покупайте напрямую уголь, четко решите вопрос с электроэнергией. Ну, наша же власть уже 7 лет нам рассказывали, как мы слезли с газовой российской иглы, как мы тут энергонезависимые. Ну вот вся цена этой энергонезависимости. Угля на складах нет, тарифы дурные, цена на газ для промпредприятия сегодня уже за 30 тысяч гривен. Это неподъемное предприятие останавливается, людей сокращают, долги по зарплатам растут. То есть вот этот вот комок такого проблем, как экономической в реальном секторе экономики, так и социальной сегодня в каждой семье, он накапливается. Что делает правительство? Они как эти страусы, голову в песок, и зима закончится, все забудут. Но сначала, когда еще им весной говорили, что СОС, да, надо решать, надо принимать меры, они вот лето красное пропели, оглянуться не успели, как зима катит глаза. Да? Теперь ждут, когда зима закончится. А холод, ну, в каждой сегодня домивке, в каждой семье, потому что, ну, люди в непонимании, какие им в конце концов придут вот эти вот счета, да, за транспорт, за обслуживание и что еще там придумают. Потому что на государственном уровне этот вопрос не урегулирован. То же самое, мы и сегодня это обсуждали на нашей Раде Матери и вместе с Национальной платформой «Женщины за мир» – субсидии. Вот раньше была непростая процедура назначения субсидий, но при каждом исполкоме везде действовали комиссии, когда у человека есть особые условия, да, которые не подходят под алгоритм назначения субсидии, но у него есть основания все-таки донести, что нет у него ресурса оплатить эти тарифы, рассматривала комиссия и назначала человеку субсидии. Но сейчас наша любящая людей власть позаботилась, и они запретили действие этих комиссий. Вот минимум на 20-30% количество субсидиантов везде по стране, в том числе в Одессе, Одесской области, сократилось. То есть к тем долгам сумасшедшим сейчас накапливается новый ком неплатежей, потому что у людей больше денег не стало, и платить нечим за тарифи. Ну, вони ж це не приховують. Вони кажуть, що це така державна політика, що це не надто ефективний механізм і субсидія. І тому вони будуть скорочувати і кількість субсидіантів, і, власне, розміри субсидій. Вони ж навіть не приховують цього. Так можна, звісно. Так можна взагалі відмінити. Но проблема в другом. Сейчас уже больше 60 миллиардов долгов за неуплаченные тарифы. Да? Конец сезона мы выйдем под 100 миллиардов задолженность. Это паралич системы жилищно-коммунального хозяйства. Потому что все равно трубы надо ремонтировать, в котельных надо платить зарплаты, то есть нужно оплачивать топливо. То есть это сообщающиеся сосуды. Если здесь не платят, то здесь не будет тепла. И хоть какие тарифы рисуйте, любые, самые вообще космические, их не смогут людям обеспечить. Поэтому, ну вот они создают такие, знаете, постоянные инструменты коллапсов. Вот сейчас они доводят систему как теплопостачания, газопостачания для людей в коллапс, так и для экономики в коллапс. Потому что предприятия не могут быть сегодня конкурентными, когда в Германии газ по 200 евро, а в Украине по 30, там, по 1000 евро. Да? То есть оно так не работает, потому что внешние рынки, они же начинают либо захватывать рынки Украины, а мы к ним ничего по этим ценам поставить не можем. Поэтому это такая парализация системы. Как вы оцениваете, вот вы можете
допомогу «Нафтогазу» переплати завчасної з цього сезону. А з чого платити? Тобто можна, знаєте, нарисувати на потолки все, що хочеш. Mm-hmm. На заборі можна написати все, що тебе хочеться. А проблема в другому. Нет, реально у людей денег. Ні у предприятий, ні у людей. Поэтому я би на місці «Нафтогазу», этого там Коболєва, который уехал со своими миллионными зарплатами, и новый Витренко, который вообще космонавт, не понимает, что происходит в этой системе, сегодня думала не о том, какой тариф назначить и как там придумать предоплату, да, а думала, чтобы люди вообще хоть что-то тебе платили, чтобы у тебя хоть какие-то доходы были. Потому что сейчас у них ситуация крайне-крайне сложная. И следующий вопрос, который также крайне сложный, это все же тянет сейчас подорожание на всех рынках, на продуктовых рынках, на бытовых, на всех, на рынках услуг. И они же сейчас подписывают новый меморандум с МВФ, который вот сегодня или вчера там одобрил МВФ, где они обещают МВФ, что весной у них будут рыночные цены. Ну, то есть это, знаете, дикий рынок уже будет во всем. То есть это, ну, просто отказ от государственного регулирования ценовой политики в энергетическом секторе. Мы знаем хорошо, к чему это приводит. Когда спекулятивными действиями догоняются цены до фантастических. Поэтому, ну, мне кажется, знаете, мы можем долго рассуждать, потому что вот кризисы у нас власть рождает, вот что ни день, то кризис, да, вот уже боишься порой открывать интернет, смотреть новости, потому что каждый день какой-то новый катаклизм, они своими непрофессиональными, неадекватными, непоследовательными действиями придумывают. И поэтому у нас позиция одна. Это, конечно, надо проводить перевыборы всего этого дела, и чем быстрее, тем лучше, потому что это становится реально опасно для нашей страны. Про політику ми сьогодні ще трошки поговоримо, але давайте завершимо енергетичну тему. Ще одна така важлива проблема, про яку кажуть, ну, буквально всі, це можливість віялових відключень по Україні електроенергії. В Одесі віялових поки що немає, але вже є певні проблеми з електропостачанням. Чи дійсно це така от загроза масштабна, національна загроза? На сегодняшний день, ну, как вы уважаете? Я недавно слушала премьер-министра, вот он сказал, что у нас же есть там солнце, свет, солнце, вода, ветер и вот там альтернативные источники, там, бури, ураганы, солнечные какие-то всплески будут нам помогать обеспечивать енергетичну незалежність. Колись, можливо, і будуть, але ж хочеться отримувати зараз. Потім він сказав, там українські шахтери, яким вони повинні, у них борги по зарплаті перед шахтерами, і всі три роки вони не вложили ні копійки денег там в модернізацію шахт, в нові лави, в нову вугледобичу. Потім він сказав, що із Казахстану уголь привезуть, ну, правда, Росія закрила транзит, тому вони якісь нові морські пути там будуть, ну, моря нові викопають, океани. Вы знаете, вот когда я слушаю вот поток этого бессознательного абсолютно видения от премьер-министра проблем в энергетическом секторе, то я вообще диву даю, что мы сидим сейчас с вами в светлой студии. Вот я честно скажу. И это все благодаря тому, что на местах, на предприятиях еще остались все-таки где-то профессионалы, где-то люди подстраховались, где-то приняли свои антикризисные решения. В Одесской области есть профессионалы, которые как-то контролируют, удерживают и вот сохраняют ситуацию. А то, что происходит вот на уровне центральной власти, ну, это даже не 95-й квартал, это все гораздо уже настолько не смешно и опасно, что сегодня, конечно, если вот на местах не подхватят и не обезопасятся, и не примет мер предохранительного характера, то там не только виловыми отключениями мы не обойдемся. Давайте трошки про політику, про, зокрема, вашу політичну силу. В мене, ну, відверто дуже цікавить одне питання. Є така передісторія, да, що у ЗМІ розподіляють на дві впливові групи, групи ОПЗЖ, групу, умовно, Бойка-Льовочкіна та групу Медведчука-Рабіновича, інколи ще туди пана Столара записують. Ви публічно всюди кажете, що ви от в боротьбі з владою зараз єдині, як ніколи. Ну, зрозуміло, ви маєте так казати, це правильно. От. Але в той же час з'являються деякі от, для мене особисто незрозумілі моменти. Той же пан Кива записує відео, каже на ньому, що пан Бойко фактично рейдернув полтавську організацію. Після цього відео вилучається відразу ж фактично. Потім
З'являється інформація, що Іллю Киву виключили з ОПЗЖ. Потім виходить пан Рабінович, каже, що його ніхто не може виключити, це от наша людина. І от, ну, відверто, не зовсім зрозуміла от логіка цього процесу. Що там, власне, з полтавською організацією? З одної сторони, от приємно, да, що от всіх хвилюють, як там в опозиції, там хто з ким, куди, по чому. Мене хвилюють усі провідні партії, да, і, власне, да, ОПЗЖ, як одна з найбільш популярних. Це дуже приємно. Якщо тебе говорять, значить, ми популярні. Да. Да, це прекрасно. Це показують рейтинги, так. Да, це прекрасно. Перше. Второе. Вот вы знаете, я разные истории о том, как ОПЗЖ распадается, как там группы влияния поделены, как там что. Ну, слышу уже как минимум вот там 3-4 год, да, и это я постоянно, особенно вот все эти тезисы, там, вбросы, там, любые, что можно сманипулировать. Власть это как было при Порошенко, потому что они понимали, что, знаете, мы им наступаем на пятки, их обгоняем. Так и эта власть подхватила тот же самый тренд. А вот я на выборах 2019 года, когда мы шли нашей оппозиционной платформой «За жизнь» в парламент, была номером 4 списка. Первый номер у нас Бойко, второй номер у нас Рабинович, третий номер Медведчук, я четвертый номер и пятый номер Левочкин. Да, вот пятерка, которая возглавляла команду, с которой мы шли на выборы. И вот кто чей человек, да, кто там, как распределены группы влияния, вот могу сказать абсолютно ответственно, да, я со всеми нашими лидерами, со всеми в первой пятерке, да, которые люди, ну, отвечают за формирование партии и за, как бы, там, лидерство в направлении партии, нахожусь в абсолютно равных отношениях и считаю, что каждый из них выполняет ту миссию, которая наиболее полезна и нужна сегодня всей команде. Также каждый из нас еще возглавляет и областные партии. Например, Вадим Рабинович возглавляет Одесскую область, да, Юрий Бойко возглавляет Луганскую область, я возглавляю Донецкую область. Да, и каждый из нас формирует еще региональную политику. Так вот, я как руководитель Донецкой области могу точно сказать, у нас есть монолитная, четкая команда, которая работает в едином направлении. Также и в Одесской области мы вчера вместе с Николаем Скориком провели массу встреч. Сегодня мы провели массу встреч, и мы постоянно в контакте с Вадимом Рабиновичем. Очень часто сюда приезжает Юрий Бойко. То есть мы все работаем в едином, четком и понятном направлении. Что происходит в Полтавской области? Скажу вам честно, да, вот я за нее не отвечаю, мне тяжело что-либо комментировать, но наши женщины, национальная платформа «Женщины за мир», они у нас во всей стране являются депутатами разных уровней, областных советов, вот у нас и в Одесском областном совете, и городских советов, и районных, также есть в Полтавском областном совете. Да, и я точно знаю, там есть межфракционная группа наша «Женщины за мир», которые занимаются всей работой, принимают все инициативы, имеют поддержку людей. И вот над этим мы работаем. Мы знаем, что победа будет у нас одна на всех. То есть рейдерского захоплення не было? Какой там рейдерский? Ні, ну це ж представник, просто народний депутат від вашої політичної сили сказав, тому я мав це запитати. Добре, зрозумів. Дякую вам за цікавий ефір. Дякую, що відповіли цілком незручні питання. Дякую. Нагадаю, у нас в гостях була Наталія Королевська, народний депутат України від опозиційної платформи «За життя». Студію провів Костянтин Гречани. Залишайтеся з нами.